Бэкстейдж или закулисье конкурса красоты – это то, чего не увидят ни зрители, ни судьи. Каждая из участниц по-своему борется с волнением и готовится к выходу на сцену. Ведь на кону корона самой красивой студентки Брещины. Девушки уже прошли серьезный отбор и теперь готовы достойно представить не только себя, но и родной университет. Я уже выиграла свой университетский этап, стала королевой студенчества у себя в университете. Это уже областной этап, подготовка намного серьезнее, намного сильнее, участницы настроены активно, все в боевой готовности, все готовятся, все зовут группы поддержек, подготовка на максимум. Я считаю, что это огромный колоссальный опыт получить, участвуя в таком конкурсе. На самом деле еще ни разу не пожалела, что пошла. Безусловно, конкуренция очень сильная, все девочки такие умнички, они все очень красивые. Я на самом деле рада поработать с ними всеми. Задание достаточно легкие, но строгие взгляды жюри нас, конечно, немного пугают. Но я думаю, мы со всем справимся. Достоин титула королева студенчества решалась на протяжении 6 этапов: визитки, ораторского мастерства, блиц-опроса, конкурса талантов и 2 дефиле. 8 конкурсанток от 4 государственных университетов – Брестских, Технического и имени Пушкина, Пинского, Полесского и Барановичского – демонстрировали свои творческие способности, эрудицию, находчивость, умение держаться на сцене, ну и, конечно, красоту, обаяние и ослепительные улыбки. На вузовском этапе мы, конечно же, волновались, сейчас это уже уровень повыше, волнение все равно присутствует, девочки все очень красивые, очень талантливые. У нас у всех есть, конечно же, конкуренция, но мы справляемся. Мне кажется, эти конкурсы, которые пройдут, они добавят весны в любом случае нашей Брестской области, и победительницы данного конкурса, победительница и первый вице-мисс представят нас на республике, я думаю, достойно и уверенно, потому что жюри компетентно, на 100% выберет тех лучших девчонок, которые смогут нас хорошо представить на республике. Кульминацией конкурса стало долгожданное дефиле участниц в свадебных платьях. Ну а королевой студенчества Брестской области стала Анна Кривецкая, студентка факультета иностранных языков Брестского государственного университета имени Пушкина. Титул первой и второй вице-королевы достался представительницам Барановичского государственного университета Валерии Бурли и Екатерине Кравченко. Победительниц впереди ждет республиканский финал проекта.